Привет, друзья! Это канал «Письма со всего мира». Ну что, откроем письмо, которое сильно погрызли мыши. Открываем. Вот буквально так его надрезали. Обратные расходы оплачивала. Марочка, видно, что моя. А может, не оплачивала? Не знаю вообще. А, черт. Прикольно будет, если я не узнаю на самом деле, кто там. Ну, ничего, давайте. Откроем без ножниц традиционным способом. Хотя можно было вообще так открыть. Ладно. Так. Опа. Так, круто. Ну, подозревала, что эта актриса будет, потому что от нее на палатам ответы идут, отвечает всем, поэтому, ну, я примерно уже смотрю, кому отвечают, и подозреваю, что мне тоже скоро должен прийти ответ. Так и получилось. Актрису зовут Лори Петти. В этих двух фотографиях два моих любимых фильма, в которых она снялась, это «Освободить Вилли», конечно же, и сериал «Оранжевый хит сезона». Вот ее героиня, ну, «Освободите Вилли». Вообще, ребят, с ней получилось просто... Ну, я не знаю. Дело в том, что... Когда я выбирала ей фото, я ее видела, да, смотрела в оранжевом хит сезона, все, ну и думаю, надо написать. И когда начала ее искать, поняла, что вот это она в «Освободите Вилли». Реально, я не помнила, что она там играла, ну, одну тоже из ключевых ролей, и что она вот здесь она такая, а вот в оранжевом хит сезона она такая. Не узнала реально, и... Ну, это был взрыв мозга, когда я узнала, что она и в том моем любимом фильме, и в этом сериале. Короче, плюс она еще играла девушку Киану Ривза в «На гребне волны». То есть она там тоже красоткой была. Ну, я не скажу, что, кстати, вот сейчас она... Ну, вот сравните, вот и вот. Ну, не знаю, ладно. Конечно, все мы стареем, не молодеем и меняемся. В общем-то, так, на обратной стороне ничего, на обратной стороне тоже ничего. А то, вы знаете, я люблю сначала посмотреть туда, а обратно не перевернуть. Никаких опознавательных знаков, никаких имен, просто ее подпись. Ну, вы знаете, сойдет и так. Попыталась подписаться на более светлом фоне, за что я ей очень благодарна. Вот ее подпись. На секретаря не грешат, расписывается сама. Ну, конечно же, только экспертиза, чтобы определить подлинник. Это и минус, в принципе, почтового коллекционирования. Но нам и так сойдет, правда же? Обратные расходы советую оплатить. Я надеюсь, эта марка сотрется. Мне кажется, я ее несколько раз использовала, 100%. Ну, будет третий раз. Круто, очень довольна, что она ответила. Выбрала классный кадр из «Освободите Вилли». Конечно же, мне бы хотелось автограф этого актера, но, как и бывает вот с этими мальчиками, которые снимались раньше вот в таких фильмах, в топовых «Один дома», «Освободите Вилли», потом их карьера завершается как-то, нету предложений, то же самое, как с мальчиком «Терминатор» тоже. Ну, ладно, может быть, когда-нибудь мечта сбудется. Вот такая Лори. Если вы ее видели в этих фильмах, то ставьте лайки, пишите ей, подписывайтесь на мой канал. Пока!